Провинция справляет Рождество, дворец наместника убит омелой, и факелы дымятся у крыльца, в проулках толчья и озорство. Веселый, праздный, грязный, очумелый, народ толпится позади дворца. Наместник болен, лежа на дре, покрытый шалью, взятый в Альказаре. Где он служил, он размышляет о жене и о своем секретаре. Внизу гостей, приветствующих в зале. Едва ли он ревнует, для него сейчас важнее замкнуться в скорлупе болезни, снов, отсрочки перевода на службу в митрополию. Он знает, что для праздника в толпе совсем не обязательна свобода. По той же причине и жене он позволяет изменять. О чем он думал бы, когда в его не грызли тоска припадки? Если бы любил, невольно зябко, поводя плечом, он гонит прочь пугающие мысли. Веселье в зале умеряет пыл, но все же длится. Сильно опьянев, вожди племен стеклянными глазами взирает вдаль, лишенную врага. Их зубы, выражавшие их гнев, как колесо, что сжато тормозами, застряли на улыбке, и слуга, подкладывая пищу им. Во сне кричит купец, звучат обрывки песен. Жена наместника с секретарем выскальзывают в сад, и на стене орел имперский, выклевший печень наместника, глядит нетопырем. И на стене орел имперский. И я писатель, повидавший свет, пересекавший нас не экватор, смотрю в окно на спящие холмы, думаю о сходстве наших бед. Thank you.
Тягостных телес. Такого не поставишь укоризну. Но, может быть, находится как раз к их голосам в пропорции наш вес. Пускай летят поэтому в отчизну, пускай орут поэтому за нас. Отечество, чужие господа, младенец дремлет, теплится звезда, как уголь под остывшей купелью.